Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Филипп Киркоров потрясен смертью отца Николая Баскова. Поп-король принес соболезнования давнему другу и извинился за то, что не может быть рядом в этот тяжелый час. Филипп Киркоров отдыхает с детьми в Майами. Он переживает из-за того, что не может быть рядом с Николаем Басковым в тяжелое время. Сочувствие певец выразил в Инстаграм. Отец артиста Виктор Владимирович скончался в возрасте 67 лет. Поп-король отметил, что 3 июля – самый тяжелый день в жизни друга и его матери Елены Николаевны, ведь они навсегда простятся с дорогим человеком. По словам Киркорова, отец Баскова будет аплодировать ему с небес, и это лучшая награда для золотого голоса России. Исполнитель отметил, что мысленно он рядом с коллегой. «Душой с тобой. Прости, что сегодня физически не с тобой. Держись. Мои слова соболезнования и утешения маме. Твой друг Филипп», — написал Филипп Киркоров. Он пожелал Николаю Баскову и его матери сил, чтобы пережить тяжелый день. О человеке, который подарил стране большого артиста, останется светлая память, уверен Филипп Киркоров. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!